Канобу.ру представляет. Всем привет! Сегодня среда, 25 апреля. Меня зовут Карина, и я расскажу вам о самом главном за прошедшие сутки. В этом выпуске для тех, кто не успел, Uncharted 3 получит переиздание. Разговор по душам. Скайп в портативной консоли Sony. Мастер ужаса, автор Resident Evil, работает над новой игрой. Погони, перестрелки, древние артефакты. Если вам этого не хватает или вы по какой-то причине пропустили третий выпуск Uncharted на PlayStation 3, то специально для вас компания Sony анонсировала новую версию этой игры. В издании помимо оригинала можно найти все 14 дополнений. Новые карты, костюмы, режимы и многое другое. Впрочем, авантюристам стоит запастись терпением. Ни цена, ни дата выхода этого комплекта в данный момент неизвестны. И еще одна новость от Sony. Консоль PlayStation Vita наконец-то научилась делать видеозвонки. Не без помощи Skype. Популярная программа появилась в европейском цифровом магазине Sony сегодня, 25 апреля. Общаться можно будет как через Wi-Fi, так и через 3G. И самое главное, разговаривать можно будет даже во время просмотра фильма или игры. Интересно, как новый владелец Skype, Microsoft, сумел договориться с конкурентом? Ужастиков много не бывает. Примерно так подумала Синдзи Миками и заявила о разработке нового проекта. Угадайте, в каком жанре? Новинка от автора безумно популярной серии Resident Evil носит рабочее название Codename 2, то есть с немецкого 2. Почему 2 и почему именно на немецком, я так и не поняла. Есть идеи? Пишите в комментариях. Неясно также, о чем вообще игра и когда она выйдет. Сам Миками сказал, что постарается задействовать как можно больше своих фирменных приемов. Зомби? Французское отделение магазина Amazon неожиданно добавило сборник трилогии Resistance в свой каталог. При этом никаких официальных анонсов сделано не было. Цену французы указали привлекательную, чуть больше 2200 рублей. Открытый бета-тест Diablo 3 прошел с огромным успехом. Как заявила Blizzard, одновременно игру запустили свыше 300 тысяч человек. Многопользовательский шутер Dust 514 играет по-крупному. Как заявили авторы, на полное развитие персонажа может уйти до 7 лет реального времени. И, конечно, не забывайте заходить на Канобу почаще. Не можете дождаться нового дополнения для Warhammer Online? Почитайте наше превью. Про большие игры на маленьких устройствах в свежем выпуске передачи «Без проводов». Пользователь Краковака рассказал о тактической стратегии Roma Selectum 2. А у меня на сегодня все. С вами была Карина. Играйте чаще!